Всем привет! С вами я, Олега, и это наше очередное видео по непопулярной игре. Да, никто не просил, потому что комментариев не было. Никто не говорил, потому что комментариев не было. Кто-то, наверное, забывает про комментарии. Ну, я типичный человек, я забываю. Вы не должны забывать про комментарии. Хотя у меня там на аудитории 15 подписчиков. 15 подписчиков это не так очень много, но в принципе это новый выпуск непопулярных игр. И сегодня мы играем в Tom Dog Run. Я как бы знаю почему причину моего ствола. Как это называется? Вот. Потому что я сейчас разговариваю. Ты бесишь меня уже, рояль-то ты бесишь. Ну, кстати, выйдет все место. Но... Чего происходит? А ты бесишь меня. Короче, это фигня полная какая-то. Что это за чепуха такое? Я почему так не вижу? Это все не подстроено, это реально все. Я просто рано прыгаю и все. Типа, в этом вся проблема. Идет хорошо, пока что комментировать не нужно. Когда ты большая скорость, вот тогда уже начнется. Я сейчас тебе вам расскажу историю. Так, вот такую историю. У меня есть такая история, как я дрался. Победил хулиганов. В принципе, это не такая история. История смешная. Нет, это скорее дико. Я уже знаю.
мальчик, это городе. Меня не узнали, это же я, Леонардо. Боже, какой же я мублан. Тупая реклама, в следующий раз интернет выключу. У меня страйк за это будет прилететь. Обидно будет. Не обидно, а правда. Я не смогу ролики снимать. Как же мне вас видеть? А, 700, 800, 500. Ну понятно. Что дорогое. Спасибо, спасибо. Да, да, да. 850, 700. Офигеть. Пепец, мистер Пеппер. Как ты сейчас поставить? Офигеть, такого левого. Ладно, там мы два раза проиграем. Я просто хочу нормальный контент. Нормальный там, нормальный. Давай, два раза времена. Это уже не проигрыш, это уже смерть. Причем мгновенная. Что, ни одного сейфа, что ли, не попался? Да, по-моему, был сейф. Не было, фига себе! Фига себе, как много сейфов в округе. Кто же так? Тупая реклама! Вот самое главное с этими правами это реклама. Она авторские права использует. Мне страйк за это прилететь может. У меня канал 15 подписчиков целый. Да иди! Ненавижу! В следующий раз надо без интернета реально играть. Кому, реал? Просто пипец. Титан перепутал. И всем пока.